Привет, ребята, добро пожаловать на гайд по получению всех трех концовок в игре Code Vein. После 27 безумных часов игры я смог открыть нейтральную и хорошую концовку. Вот что вам нужно сделать. Самое главное, уделите особое внимание поиску осколков памяти в храме Святой Крови. Да, именно та самая локация, где очень много беготни. Затем на горе Замерзших Душ, в городе Огненных Дождей и в городе Барханов. После чего вам нужно поговорить с хранительницей памяти и восстановить каждый фрагмент. Она будет ждать вас на входе у босса-хранителя. У каждого хранителя есть трогательная сцена, которую вы сможете понаблюдать в случае успеха. Вы спасаете его душу. Если же вы пропустили хотя бы один фрагмент, то он просто превратится в камень. После этого также очень важный момент. Вам нужны осколки Эос для Ио. Они расположены в последней локации «Временный центр правительства». Отыщите их там и передайте Ио. После этого вы сможете узреть Happy End. Для нейтральной же концовки вам нужно спасти любого из хранителя, а для плохой концовки вообще никого не спасать, просто превратите их в камень. В принципе, вот и все. Спасибо всем, кто оставался со мной на прохождении экстрима, и если вам понравился мини-гайд, ставь палец вверх и подписывайся на мой канал.